Яна, и у меня своя марка очень классного органик мыла и бомб для ванны. Она называется Windsor Soap & Beauty. Я журналист, я считаю, что уже бывших журналистов не бывает. Я всю свою жизнь писала о моде, и в том числе я работала стилистом для разных журналов. Несколько лет назад у меня появилось хобби. Вот я начала варить это мыло, и оно стало очень классно получаться, прям буквально там с первого-второго раза. И мне так понравился сам процесс, это вот, ну, не знаю, потому что я всегда была фанаткой запахов. Когда ты добавляешь в прозрачное глицериновое мыло какие-то штуки, типа там цветы, растения, цвета мигрируют, они меняются, это невероятно, просто это безумно красиво, и каждый раз, каждый кусок мыла получается новым. Вообще, на самом деле, это очень круто, когда тебе помогают вот друзья и люди, короче, которым ты не платишь и которым ты не можешь диктовать свои условия. Потому что если бы мы сделали такой сайт, какой я хотела, возможно, ничего бы хорошего с ним не случилось, он бы, ну, не выстрелил так. И вообще вся эта история про мыло, она про ароматерапию, про то, как они действительно очень круто пахнет. Если человеку трудно проснуться утром или, наоборот, не знаю, сконцентрироваться на работе или там устроиться на романтический лад, на все это можно воздействовать запахами. Сама всегда звоню клиентам, согласовываю доставку. И очень забавно, когда люди, не знаю, там где-то уже прочитали об этом мыле, обо мне говорят: «Боже, вы сами звоните, ничего себе!» И я хотела обязательно, чтобы оформление все было в стиле викторианской аптеки. Когда я завернула просто мыло и показала, как это будет, ну, да, оно выглядело просто вообще по-другому, и это очень классно. Я выбрала очень простые пакеты, и мы делаем сами печать, и это очень круто.